Но самое-то главное, я что хотел этим завершить. Вот несмотря на всю мерзость этой ситуации, их концепции, основанные на толполитарной системе и на дозированной подаче знаний, она терпит крах. То есть мы рабовладельцы. Чтобы нам теперь в новом информационном состоянии хорошо жить, мы должны рабам давать новые знания. Давая рабам новые знания, они выходят из-под нашего повиновения. Значит, рабам не надо давать новые знания. Но если мы не будем давать им новые знания, мы не будем лучше жить. Значит, чтобы нам лучше жить, ну, имеется в виду рабовладельцам, нам надо давать новые знания. Но давая, и так, у попа была собака, понимаете? Все, это библейский змей, символ, сам себя поймал за хвост. То есть неизбежен переход от этой концепции к этой концепции. И он обусловлен объективными причинами. Не удастся, иначе подводная лодка вся грохнется. Вот что я хотел сказать этим тезисом. Это мы тоже потом рассмотрим.